Именно человек спас от разрушения два мира и навеки низверг великое зло. Для ангелов и людей забрезжил новый рассвет. Ибо герой человечества, Нефалем, выступил против тьмы, противостоять которой мы были не в силах. Братья мои, я снова займу место среди вас. Но теперь, как смертный. Сегодня, когда справедливость восторжествовала, я стану мудростью. Голосом тех, кто рисковал всем ради нашего спасения. И в лучах этого нового дня ангелы и люди будут идти плечом к плечу. Отныне и впредь.